Это не голливудский боевик и даже не экшен, это театральное шоу каскадеров в Оренбурге. Прямо за моей спиной настоящие профессионалы творят нереальные чудеса на самых разнообразных автомобилях. На стадионе «Динамо» все выходные царила атмосфера драйва. В воздухе витал запах гари, а на всю округу раздавался скрип колес и скрежет металла. Всему виной шоу каскадеров, которое заставило замирать сердца сотен оренбуржцев. Что главное в профессии каскадера? Главное в профессии каскадера, я думаю, самообладание и, наверное, очень большой, скажем так, порог страха, который немножко отдален от обычных, наверное, людей. Российский театр зрелищных представлений – явление уникальное. В нашей стране подобных аналогов нет. А все каскадеры – специалисты из разных городов нашей необъятной родины. Причем некоторые из них принимали участие в съемках трюков для нашумевших отечественных кинофильмов. Участвовали, да, в таких не сильных фильмах, но участвовали, приглашали нас люди тоже. И в «Бригаде» чуть-чуть выступали мы, какой еще фильм выступали? «Бригада». Какой-то такой еще был фильм. «Бригада» с Безруковым? Да. Сам театр трюкачей существует уже 27 лет, и за это время каскадеры побывали в самых разных курьезных ситуациях, выступая ежегодно в 30 городах России. Бывают случаи разные, вот здесь был эксцесс небольшой. Он такой, не совсем, не сильный, скажем так, собственно говоря. Там небольшой ожог был человека, это тоже работа, техника. Ребята выбрали такую профессию, это мужская профессия. То есть, соответственно, они готовы терпеть, идти на какие-то жертвы. Ну а помятые и испорченные автомобили – это лишь издержки производства. Гораздо важнее здоровье каскадеров и интерес зрителей. И, похоже, оренбуржцы по достоинству оценили шоу, так как большинство, наверное, находилось в шоке и оцепенении от увиденного. Вообще все супер. Что больше всего понравилось, что больше всего запомнилось? Все понравилось, все классно. Страшно смотреть вообще на это. Отсюда не очень. Первый раз в Оренбурге такое. Очень сложно. Еще не знаю, когда так будет. Адреналин чувствуется? В общем, никто, слава богу, не пострадал, а шоу удалось на славу. Литры съеденного бензина и тонны искореженного металла заставляли ликовать, а местами даже закрывать глаза. Самая быстрая скорость на двух колесах! Иван Берг, Константин Воробьев, «Наше время».